Итак, дорогие подписчики, всем привет, с вами вновь я, Егор Чепрасов, и мы продолжаем играть в Майнкрафт и начинаем строить нашу декоративную часть нашего домика друида. Основа была уже готова в прошлой серии. Итак, нам понадобится стекло, дерево, двери, сундуки, ну и в общем вы меня поняли. Давайте-ка начнем. Ну что ж, вот я сделал 4 печки по моему плану, которые я нарисовал на листике уже давно. Вот, они будут стоять здесь. Итак, давайте приступим к жарке. Жарке, жесткой жарке стекол. Опасный момент в нашем доме показались наши... О, господи, стекла на меня напал крипан, и я пытаюсь его... Да! Я его грохнул. Yes! Что ж, пока жарятся наши стекла, давайте сделаем сундучки для нашего дома. Так, где наш верстак временный? Сундуков нам понадобится... 2, 4, 6, 8 сундуков у нас будет. Ну, пока сделаем, попробуем сделать хотя бы 4, я думаю. Потому что дерева у меня не так и много. Отлично, хватит даже, походу, на... А, черт возьми. Ладно, на 5 не хватит. Прикиньте, одной гребаной доски. Ну, ладно. Итак, сундучки у нас будут стоять прямо такие вот здесь. Сейчас. Тут 2. Здесь 2. Что ж, я сейчас пойду за деревом. Не переживайте, я пойду с компасом. Не как в прошлый раз. Итак, сейчас я вернусь. Ну еще я хотел вам похвалиться, у меня выросло деревце. Хо-хо-хо-хо. Также хотел с вами поделиться тем, что отсюда очень красивый вид. Вот, я еще сделал дорогу к дому. И чтобы часто не переплывать здесь и не терять времени, теперь будем здесь бегать. Что ж, пока наше стекло жарилось, я сделал еще 4 сундука, добыл дерево, в общем, все круто. Что ж, наши стекла были готовы, и сундуки... Извиняюсь, я просто приболел. Я сделал тоже, поэтому... Время расставить их и заняться стеклами и декоративным оформлением дома снаружи. 2 сундука мы ставим прямо напротив печи. 2 мы ставим здесь. Здесь я планирую сделать диван. Здесь столы и стулья. Вот, здесь где-нибудь поставлю шкаф. В общем, все будет очень круто. Смотрим дальше. Итак, наружная часть дома будет выглядеть вот так. И еще одно деревце выросло, кстати говоря. Уже наступила ночь, поэтому нужно скорее... Нам поскорее нужно спрятаться внутри и доделать вторую стену, чтобы мы могли украшать наш дом изнутри и уже днем отправиться в приключения. Сейчас крипер разнес нам полдома, я пытаюсь его восстановить. Здесь была взорвана земля. Уродский крипер. Ненавижу этих уродов. Вообще уроды. Все уроды. Уроды. Я решил вместо светильников, ну, вернее, факелов, так как в моем доме на ступеньки не крепятся факела, я решил поставить светящихся джеков, как на Хэллоуин. Именно их только мы можем поставить, они будут освещать наш дом. И я очень зря пошел за ночью за тыквами. Самый умный летсплеер на этой планете. Ёпта. Ай-яй-яй. Вот это уже очень... Ну, в общем, меня поняли. Я поспал в деревне и собрал весь шмот. Теперь надо найти тех бандюк, которые убили нас прошлой ночью. Эй, ты! Кажется, я помню, ты меня гопнул прошлой ночью. Идеальное преступление. Итак, начинаем расставлять тыквы в нашем доме. Друида. Они будут заполнять пространство между отсеками сундуков и так далее. То есть за диваном будет одна тыква. Думаю, поставить кровать будет уместно очень. Как-нибудь в угол. Даже не знаю, куда ее деть. Ха. Давайте, наверное, сделаем вот так. И этого будет достаточно. Можно, в принципе, как комод поставить сюда один верстак. Он нам, конечно, не пригодится, но будет неплохо. И тыквы. Вот теперь здорово смотрится все. Нам по-любому нужны будут горшки, алхимические стойки.
Вот, ну и, как всегда, время приключений. Давайте же снарядимся и пойдем в поход. Я ударил свой микрофон. Итак, я полностью снарядился для нашей экспедиции. Запасся едой, инструментами. Сейчас я посплю эту ночь. И мы стартуем. Итак, по легенде старого гнома, в деревне была шахта. И... What time is it? Time adventure! Вот мы спускаемся в рассказанную старым гномом мне шахту. Вернее, ее координаты. Здесь очень стрёмный и узкий коридор. Я постоянно бьюсь лбом об потолок. Я не представляю, сколько кровища уже на нем должно остаться после каждого спуска. Вот. Я попробую везде ставить факела, так как в прошлом летсплее было плоховато видно. Вернее, в первом даже. То, как я здесь бродил. Старый гном, обдуривший нас. Мы так и не нашли с вами пещеру, поэтому я попробую это сделать в этот раз. Что ж. Вот мы дошли до того момента, где мы в прошлый раз остановились. Давайте поставим факел. Если на что-нибудь наткнусь, я, естественно, вам об этом сообщу. Итак, первое, на что я наткнулся, было железо. Да, и редстоун. Но для редстоуна у меня с собой нету нужной кирки, поэтому пока что без него. Так, ну, думаю, топор нам здесь пока что явно не нужен, поэтому его можно заменить на булыжник. И в следующий раз мы обязательно поймем, где у нас лежит редстоун. Итак, мне попалось много угля, очередная тонна бесполезной земли и самый глупый металл, наверное, в этой игре. Я им никогда не пользуюсь, разве что сделать золотые рельсы. И я все же продолжаю искать пещеру в земле. Это совсем не интересно. Да! Да, да, я ее нашел, да! Наши мечты сбылись. Ура, 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 мы в пещере. Лазурит. Мы в пещере, теперь я смогу красить овец. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Итак, здесь у нас какая-то река, мобы, как обычно, железо, я вообще довольный. Все офигенски. Вон, я вижу уже зомби. Давайте закроем эту горную. Ну ладно. Не горную нифига, а как бы ее назвать? Пещерную реку. Тоже странно прозвучало. Додумайте сами картинку. Неприлично на ютубе вставлять, забанят. Добываем железо. И после этого пойдем дальше исследовать нашу пещеру. Что мы здесь находим? Еще больше лазурита. Кстати, он в таких количествах близко довольно редко встречается, так как он встречается по два блока, и там на расстоянии, ну, 150 блоков, и крипан, который тпшнулся, фиг знает куда. Уходи от меня. Надо его... О, господи, я чуть не упал вниз, как я испугался. Даже два крипана. Я их смогу... Три! Ну, минус два, можно сказать. А, нет. No, Toby! Stop it. Ёпукан бум бум. Don't I don't have бум бум. О, господи. Ну ладно. Итак, нам нужно построить лесенку. Извини, я сейчас на секунду отошел. Очередной крипан будет буйствовать и пытаться нас убить. Мне нужно добыть это железо. Похавать. Думаю, хлебушка хватит сейчас. И устроить жесточайшую битву с крипером в моем новом модном красном шлеме. Хо-хо-хо. Стиляга. Что ж, давайте. Boom! Here comes the boom, ready or not! Так. Ну, вроде все. Спуск вниз готов. Теперь мы постоянно сможем слазить. Мы нашли лаву, редстоун, еще лаву. Возле лавы частенько бывают алмазы. Поэтому я очень доволен этой пещерой и долгими ее поисками. Она оправдала себя, можно сказать. О, господи. Так, 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 так. Вот рядом с лавой таких вещей не надо делать определенно. Определенно, господа. Все, он испепелен. А, вот хрен. Отойди. Отойди, я сказал. Давайте добудем, ой, залагало, этот кусок железа. Так, спускаемся вниз, добываем еще железо. И, ох, как его много, кстати. Тоже такие
залежи железа, не ежедневное явление, так сказать. Ага. Ну, вот мы, походу, и зашли в тупик. Здесь я уже ничего не могу поделать. И думаю то, что этот водопад будет служить нам лифтом в этой пещере, поэтому закрывать я его не буду. Наверх мы здесь, по-моему, можем подняться. Сейчас я проверю это. Так, да, здесь можно подняться наверх, и думаю, здесь будет, да, гораздо не меньше ценности, чем везде. Надо везде понатыкать факелов. Я, естественно, как всегда, забыл с собой взять дерево, и это очень ужасно. Просто невероятно плохо. Походу, мы пришли к тому месту, где мы уже были, однако нет. Здесь проход и стряшные звуки. Где-то лазит Петрович поблизости. Уже опасно здесь гулять, у нас довольно много ценных штук. Какого черта, откуда у нас... Видимо, железо упало в лаву, и мы успели выловить железный слиток, но не понимаю, как это произошло. Никогда такого не было в моей практике. Так, дамы и господа, я возвращался из пещеры путем, своим любимым путем, просто ставя под себя блоки и вылазя вверх. Так вот, вы не поверите, лазя такое количество времени, я вылез в родной деревушке. Живой. Живой, со всем награбленным добром. Старый гном, черт, не обманул меня. Ну что ж, думаю, на этом стоит закончить наш летсплей. Итоги, вы видите сами, мы достроили дом, сходили в пещеру, добыли довольно много крутых ресурсов. Ну, как крутых, железа, но его много, это здорово. Мы можем взять полный сет и кучу инструментов. Вот, выросли все деревья. Дом Хоббита достаточно, по-моему, по моему мнению, смотрится мощно. Я рад за наш сегодняшний выпуск. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Егор Чепрасов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.